Максим Меркулов, 10 лет, город Москва. Мой самый главный недостаток – это то, что я очень много отвлекаюсь на посторонние звуки. Если не актер, то никто. Потому что мне кажется, что актерские качества должен иметь каждый человек. Потому что они очень могут пригодиться в жизни. Например, как притворяться мертвым. Или, например, очень радостным. Если у тебя, например, был этот подарок, а тебе его еще раз подарили. О, для счастья мне нужно всего лишь ходить в школу, теплая постель и поздно вставать по утрам. В свободное время я рисую, читаю книги, иногда смотрю телевизор, играю в планшет, в приставку, смотрю телефон. Это уже когда совсем нечего делать. Это стараться всегда стремиться к вершине и никогда не унывать. Талантливый, мужественный и умный.